Здравствуйте, меня зовут Даниил, мне 7 лет. Я учусь в детской студии Третьяковской галереи 2 года. Когда мы приходим в залы, мы пишем ту картину, которая нам больше всего запала в душу. А сегодня я вам расскажу о Михаиле Васильевиче Нестерове. Нестеров жил в купеческой семье. Учился Нестеров в Московском училище вояния и зодчества и в Петербургской академии художеств. Как-то раз отец сказал Михаилу, что если Павел Третьяков приобретет твою картину, то ты настоящий художник. И ведь действительно Павел Третьяков приобрел картину Нестерова. У Михаила Васильевича Нестерова был цикл картин о жизни Сергия Радонежского. Но одна из них – «Видение отрока Варфоломея». Отрок – это ребенок от 7 до 14 лет, а Варфоломей – это Сергий Радонежский. До принятия церковного сана его звали Варфоломей. Перед нами открывается чудо, исполняется заветная мечта мальчика. Как-то раз отец послал Варфоломея найти пропавших лошадей. Пошел Варфоломей и по дороге встретил старца, инока, молящегося у дуба. «Пожалуйста, благословите меня, чтобы грамота давалась мне. Дело в том, что Варфоломей плохо учился». Но с этого дня Варфоломею стала даваться грамота, и он стал образованнейшим человеком своего времени. И ведь действительно, Варфоломей пройдет этот путь от отрока до святого старца, ведь он станет святым Сергием Радонежским, к которому также будут приходить люди со своими просьбами. И когда я вижу эту картину, я представляю себя этим мальчиком. А в картине есть секрет. Нестеров искал, с кого списать облик мальчика, и нашел. Он списал этот облик с девочки, перенесшую трудную болезнь. И в ее глазах была такая же надежда выздоровления. Сам Нестеров считал эту картину одной из его лучших работ. А в этом зале есть еще две картины. «Юность преподобного Сергия» и «Труды преподобного Сергия». И Нестеров считал, что все эти три картины должны быть неразлучны. И я желаю каждому ребенку, чтобы у них были глубокие, чистые мечты. И чтобы эти мечты сбывались. Приходите в Третьяковскую галерею. Здесь так много картин, и у каждой картины своя особенная история. До встречи!